Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. 30 спортсменов нашего региона примут участие во вторых Европейских играх. В состав белорусской сборной вошли чемпионы и призеры Олимпийских игр. В боксе среди мужчин нашу команду представят Эмил Алиев, Владислав Смягликов, Виктор Чварков, Вадим Панков, среди женщин Галина Бруевич, а также Антонина Аксенова и Виктория Кебикова. В женской борьбе за медали будут бороться Виолетта Чирик и Мария Мамашук, в греко-римской Кирилл Грищенко. В сборную по дзюдо вошли две спортсменки – Ульяна Миненкова и Виктория Новикова. В спортивной акробатике будет выступать белорусская смешанная пара – гомельчанин Артур Беляков и брещанка Ольга Мельник. Также в сборную по баскетболу вошел уроженец области Андрей Рогозенко. В команду по легкой атлетике отобралась только спринтер Юлия Костючкова. Две самые внушительные дружины нашей области – по велосипедному спорту и гребли на байдарках и каноэ. В сборную по велосипедному спорту вошли Роман Тишков, Роман Романов, Евгений Охраменко, Владислав Новик, Инна и Каролина Савенко, а также Василий Кириенко. В гребле на байдарках и каноэ будут выступать Роман Петрушенко, Владислав Литвинов, Станислав Дайнека, Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева и каноистка Елена Ноздрева. Что касается прогнозов, хотелось бы их не делать. Сегодня все спортсмены, которые будут участвовать во вторых Европейских играх, они все заточены под результат. Поэтому мы будем все-таки болеть за всех. Тех 30 спортсменов, которые будут представлять Гомельский регион на вторых Европейских играх. По нашей предварительной информации, более 11 тысяч болельщиков Гомельской области организованных будет посещать мероприятия вторых Европейских игр. Напомню, вторые Европейские игры откроются 21 июня. В этот же день пройдут первые баскетбольные встречи с 9:00 до 17:15. Также в день открытия выйдут на ринг и боксеры. Гомельчане Владислав Смягликов, Виктор Чварков и Вадим Панков проведут первые предварительные поединки. К другим темам. Гомельчанин завоевал серебро на чемпионате Европы по вольной и греко-римской борьбе среди кадетов. Глеб Макаренко провел 5 схваток и в упорной борьбе завоевал серебро. Всего в копилке белорусов 4 медали. Продолжится кадетский континентальный форум выступлениями спортсменов в вольной и женской борьбе. Завершатся состязания 23 июня. В Гомеле завершилось открытое первенство областного центра по академической гребле. На соревнованиях выступали юноши и девушки 2005-2006 годов рождения и моложе. Гомельскую область представляли спортсмены из отделения гребли с дюшор номер 1 БФСО «Динамо». Слаженный дуэт сестер Яны и Марии Шукаловича в двойке показал второе время. Гомельчанки стали серебряными призерами первенства. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь 4».